Давайте, пока будем смотреть этот ролик, сыграем в игру. Не думать про шутки о тесаке. Подумал, проиграл. Проиграл, поставил лайк. Привет, Страж, я Джонни Лейни и продолжаю свои тщетные попытки успеть за контентом из отвергнутых. В этом видео я расскажу, как выполнить важное поручение от паука со спутанных берегов на энграмму с мощным снаряжением. Выполните его, повысите уровень силы. А вы ведь именно этого сейчас так хотите, правильно? У многих возникли сложности с этим заданием, так что разберем и его в таком коротком видео. Тесак прячется в пещере на Ио, чем очень раздражает Ашера. Раздраженный Ашер нам не нужен. Отправляемся туда, зачищаем уже знакомый нам по миссии шепот сектор и проходим до последнего зала. Тесак будет прятаться в специальном куполе, который питается от генератора рядом. Пока игрок находится в куполе, он может использовать только рукопашную атаку, и этот дебаф многих обескуражил. Что нужно сделать? Ищите напарника, а лучше двух. Они отвлекут тесака, а вы прокрадитесь в купол и кулаками сломаете устройство. После чего выбегайте из купола, уничтожайте турели и собак, которые появятся тут в пещере, и с желтой турели выбивайте релик. Этот релик вставляйте в генератор обратно в купол и дамажьте босса. Если не успели убить за один заход, не хватило дамага, повторите процесс. Ничего сложного, но вот уровень силы тут потребуется довольно высокий. В награду получайте снаряжение еще мощнее и ждите еженедельного ресета во вторник. Появится новое поручение от паука, за которым мы вновь отправимся в какой-нибудь далекий уголок мира игры, а я постараюсь об этом рассказать. На этом я пока прощаюсь. Не забудь подписаться, прожать колокольчик, лайк и услышимся. Пока!